Шалом, дорогие друзья! Вы на канале Итон ТВ и в эфире программа «Человек и закон». Меня зовут Цви Зильбер, и со мной в студии адвокаты Алекс Зернопольский и Алексей Коваленко. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Сейчас мы поговорим на очень и очень интересную тему и, скажем так, прямо мало обсуждаемую тему, по крайней мере, в русскоязычных средствах массовой информации на русском языке в Израиле. Это однополые браки. Израиль – государство с довольно либеральным законодательством, и главным образом здесь определяющимся является закон, который запрещает дискриминацию по принципу сексуальной ориентации. И, собственно, вот в этом ключе мы, наверное, начнем наш разговор об однополых браках, их статусе в Израиле. Как известно, в Израиле нет гражданских браков, не существует. При этом Израиль признает гражданские браки, заключенные за границей. А если этот брак, Алексей, давайте начнем с вас, если этот брак однополый, заключен между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной, признает ли его государство Израиль? Начнем с того, что однополые браки давно уже пора признать и в Израиле, как и в других современных государствах. Все больше и больше европейских государств присоединяются к такому мнению и разрешают браки на своей территории. Все зависит от того, признает ли Израиль брак, который заключен в той или иной стране, и от этого надо отталкиваться. То есть на сегодняшний день пару десятков стран, да, это разрешают, то есть и европейских, Америка, Канада, Южная Африка даже разрешает однополые браки, но нужно проверить, может ли гражданин Израиля заключить брак на территории этой страны и дальше заверить этот брак апостилем, предоставить все эти документы в МВД, заверенные нотариусом, и если у МВД не будет никаких пререканий, тогда этот брак признают на территории Израиля. Алекс, может ли иностранец, который заключил брак с гражданином Израиля, я говорю про однополый брак, да, однополый брак с гражданином Израиля, так же, как и гетеросексуальные пары, приехать в Израиль и претендовать здесь на легальный статус, как супруг, да, гражданина Израиля? Ну, с некоторых пор это возможно даже для пар, которые состоят в браке. То есть ранее, если пара стояла в браке, они шли по инструкции для пар, которые проживают в гражданском браке. На данный момент инструкция, которая на них распространяется... То есть в гражданском браке это не расписанные. То есть они не расписаны, да. Они просто совместно проживают, да? Да. На данный момент, вот с некоторых пор, на них действует инструкция, которая действует на гетеросексуальные пары, которые состоят в браке, абсолютно те же самые правила, и на основании этой инструкции они имеют право получить статус в Израиле. То есть для МВД, собственно, нет разницы, это пара гетеросексуальная или гомосексуальная, если между ними существует брак, признанный МВД, то... Они, в общем-то, по идее нету разницы, то есть, конечно, определенные нюансы, которых мы в дальнейшем коснемся в нашем разговоре, потому что все-таки отношения немножко различаются. Да, Алексей, вот существует ли вообще дискриминация однополых пар, я имею в виду в Министерстве внутренних дел, и какие есть специфические, может быть, сложности, особенности рассмотрения дел однополых пар в МВД Израиля? Я имею в виду вот ситуацию, когда гражданин Израиля хочет привести своего супруга, с которым они заключили брак за границей, в Израиль. Мне кажется, это зависит от города, в котором будет проходить такой процесс, так как в некоторых местах еще не готовы нормально принимать такие пары, и к ним относятся немного предвзято. Если мы говорим про Тель-Авив, то это город, который славится своим либеральным отношением к однополым бракам, и в Тель-Авиве, на мой взгляд, такие процессы проходят немножко легче, чем в других городах. Но когда такая пара обращается в МВД для смены статуса, когда иностранный гражданин приезжает к своему супругу-израильтянину, они обращаются в МВД со всеми документами, к ним относятся с подозрением, действительно ли это однополый брак, действительно ли это искренние отношения, или же это просто заявление только для того, чтобы, то есть это заявление было сделано только для получения статуса в Израиле, это предвзятые отношения, это дополнительные проверки, это вопросы, которые совершенно непонятны для МВД, как, допустим, в этих отношениях могут быть приняты открытые отношения, скажем так, когда пара встречается еще с кем-то, такое возможно, скажем так, в однополых браках, и сотрудники МВД не всегда знают, какие вопросы задавать, как вести этот диалог, как вести собеседование, на что обращать внимание. Поэтому относятся к ним действительно предвзято. Пока что этот вопрос не решен. Ну и я так понимаю, что Министерство внутренних дел не всегда принимает какие-то нетрадиционные формы отношений, там открытые отношения между супругами, скажем так, в однополой паре.
Это про это я и говорю, что если пара заявляет о том, что в их семье принято открытое отношение, но при этом они являются семьей, ячейка общества, ведут совместное хозяйство, у них там общий быт, люди вокруг знают, что они действительно являются парой, но при этом то есть такие пары иногда приветствуют, скажем так, открытые отношения, то сотрудники МВД не знают, как к этому относиться. Я не уверен, что они и в гетеросексуальной семье примут такое заявление. Но факт, что они будут об этом спрашивать. Они будут спрашивать обо всем. То есть задача МВД уличить людей во лжи, что пара использует, скажем так, иностранный супруг использует израильтянина для получения легального статуса в Израиле. Поэтому я считаю, что сотрудники МВД должны проходить какую-то специальную, не знаю, там, подготовку в таких случаях и должны сотрудничать с ЛГБТ-сообществом для того, чтобы знать лучше точно, на что обращать внимание, и лучше понимать специфику отношений. Алекс, единственная, наверное, область, в которой однополые пары у нас дискриминированы, это суррогатное материнство. В Израиле однополая пара не может воспользоваться услугами суррогатной матери и родить ребенка. Но, тем не менее, это можно сделать за границей, в тех странах, в которых это позволяет законодательство. Кстати, не во всех странах однополые пары могут получить суррогатное материнство. И заодно давайте поговорим об усыновлении детей, потому что здесь тоже, что касается однополых пар, есть специфика, как это все оформляется. Это очень забюрократизированный процесс. И как оформляются дети, которые были рождены за границей суррогатной матерью. Да, все верно. У нас израильский закон, он не позволяет суррогатное материнство для однополых пар, поэтому им приходится прибегать к услугам суррогатных матерей в других странах. И это стоит огромных денег. Достаточно больших денег, да, то есть это может исчисляться и сотнями тысяч шекелей. Наиболее такие востребованные страны — это США, Канада, но это традиционно абсолютно. Была Индия в свое время, Таиланд, но тем не менее там они ввели определенные ограничения, то есть там пары должны прожить в браке определенное количество лет. Вот, и сейчас последние несколько лет это становится все более и более сложным, поэтому все-таки такие пары идут в направлении Северной Америки. Ну, есть еще определенные, скажем так, возможности обойти как бы закон, но они очень проблематичны с точки зрения юридической. В этой программе мы касаться этого не будем, может быть, отдельно сделаем айтем по этой теме. Теперь, чтобы легализовать такого ребенка, соответственно, биологический родитель должен пройти с ним процедуру ДНК. То есть должно быть подано прошение такое в суд, то есть иск об установлении отцовства, он должен установить отцовство, ребенок приезжает сюда. Ребенок может приехать еще и до установления отцовства, если он, например, выходец опять-таки из США и из Канады, так как безвизовый режим. Но мы в основном своим клиентам советуем это делать, то есть просто ускоренный процесс установления отцовства, и только после этого ребенок въезжает, для того, чтобы никаких сложностей на границе не произошло, поскольку ребенок еще въезжающий, у него нету родителей израильтян, как таковых, вот, с точки зрения юридической, именно формальной. Вот. То есть после того, как есть вердикт судебный о том, что один из родителей является биологическим отцом, ребенок заезжает сюда, и начинается процесс уже легализации в МВД. С 2014 года было судебное постановление Верховного суда, Мирьям Наор, это президент Верховного суда Израиля, выдала такое, написала прецедентное решение, в соответствии с которым МВД должно было записывать декларативно и второго родителя, то есть родителя не биологического, не генетического, а юридического тоже в качестве родителя этого ребенка. Но тем не менее, в любом случае, родителям приходится обращаться в суд по семейным делам для того, чтобы суд дал так называемый цаворут. Что это такое? Это такой ордер, который устанавливает статус родителя для супруга биологического родителя, на основании которого, в принципе, он имеет все те же права и статус родителя, как и биологического. То есть он будет записан в свидетельстве о рождении ребенка, да, в качестве родителя, да, 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 он будет там записан. Алексей, вот мы говорили сегодня про то, что есть в МВД отдельная процедура для пар, которые состоят в браке, и отдельная процедура для пар, которые не состоят в браке, а просто проживают совместно, проживание. Совместное проживание, партнершип. Да? В чем разница?
разница значительна. Во-первых, это срок процесса, так как пара, которая не находится в официальном браке, намного дольше проходит этот процесс, то есть это несколько лет, люди только находятся в статусе, получают рабочую визу, только потом временный вид на жительство, потом постоянный вид на жительство, и для получения гражданства нужно переходить совершенно другой процесс. А в случае, если речь идет о официальном браке, то это ускоряет процесс, к этим отношениям относятся намного объективнее, то есть понимают, что у людей какие-то серьезные намерения, люди уже тем самым, что заключили этот брак, по крайней мере показывают серьезность. И такой брак, он проходит 4-5 лет, и человек уже может получать гражданство, 6 лет максимум, в отличие от, скажем так, совместного проживания. Плюс, если люди просто заявляют о совместном проживании, то, разумеется, у МВД возникают вопросы, искренние отношения или нет, фиктивный брак, может быть. Сегодня проживают, завтра разошлись. Действительно, то есть МВД не готово признавать отношения, которые построены только на каком-то романе, скажем так, люди встречаются, временно проживают, это еще не повод для того, чтобы обратиться в МВД и получить какой-то статус. К нам часто обращаются люди, которые находятся в Израиле по месяцу, два, и нашли свою любовь, и пытаются действительно остаться только на основании этого короткого периода времени. МВД очень осторожно к таким парам относится, недоверчиво, чаще отказывают, и поэтому нам приходится воевать с МВД только для того, чтобы доказать, что у людей серьезные намерения на проживание на территории страны. То есть фактически ваша рекомендация, если, допустим, гражданин Израиля хочет привести свою любовь, да, своего партнера из другой страны и создать с ним семью в Израиле, то ваша рекомендация – это заключить брак. Так будет проще проходить. Рекомендация, сложно рекомендовать людям, заключать им брак или нет, так как это должно быть искренне. То есть, потому что брак, если он заключен только для получения статуса, это тоже не совсем искреннее решение. Поэтому, если люди решили, что этот их партнер, это тот человек, с которым они хотят создать семью, проживать под одной крышей, вести семейное, общее такое себе хозяйство, какой-то быт, растить детей, то, разумеется, нужно, на мой взгляд, заключать такой брак и дальше уже проходить процедуру, как нормальная семейная пара. Но люди вправе проходить это и не заключая официальный брак, а находясь в сожительстве, скажем так, гражданский брак, то, что мы знаем из других стран, в Израиле чуть-чуть это другое значение, это просто совместное проживание. Ну, у этого есть и практическое значение, потому что если, например, человеку дают не временный вид на жительство, АЛЕФ-5, да, ему дают просто туристическую визу с правом на работу, там, БЭТ-1, да, то человек с БЭТ-1 не имеет права стать членом больничной кассы, да, то есть он должен оплачивать себе частную какую-то медицинскую страховку, он там еще не имеет права на какой-то социальный пакет. Социальный пакет, это, допустим, в больницу обратиться для того, чтобы родить ребенка, опять же, или какие-то пройти процедуры в Израиле, или даже обычное лечение, то есть это все частным образом. Такие люди покупают страховки в частных страховых компаниях и уже в зависимости от того страхового полиса обращаются к тому или иному врачу или получают какие-то процедуры. Поэтому серьезность намерений проверяется росписью, и уже после этого можно получать дополнительные льготы от государства Израиль, которое признает такие браки и считает, что, я считаю, что это правильнее с точки зрения ускорение процедуры легализации в Израиле. Ну и в конечном итоге АЛЕФ-5 – это продвижение по процедуре натурализации, а БЭТ-1 никак не продвигает человека. Он продвигает, в течение 3 лет человек находится с рабочей визой, и только после этого он может претендовать на вид на жительство. На АЛЕФ-5. И должен прожить с АЛЕФ-5 еще несколько лет, пока будет претендовать на постоянный вид на жительство. То есть это усложняет процедуру. Да. Но еще нужно отдельно сделать дополнение на тему того, что если, например, это особенно касаемо однополых пар, которые, например, не могут заключить, к примеру, парагвайский брак, потому что в Парагвае не признают такие браки, и там заключить их невозможно. Соответственно, если, например, иностранный гражданин, супруг израильтянина, гражданский супруг, то есть который с ними совместно проживает, находится в Израиле нелегально, в таком случае они не могут выехать, и в любом случае им придется тогда начинать процедуру, с процедуры на основании совместного проживания. Артыш. И только после того, как их уже признают как пара, тогда они могут уже выехать и расписаться и перейти на процедуру бракосочетания. Дорогие друзья, вы сами все слышали. Я благодарю моих собеседников, адвокат Алексей Коваленко, адвокат Алекс Зернопольский. Меня зовут Свизильбер, это была программа «Человек и закон». До свидания, до новых встреч.